Приветствую, товарищи! Меня зовут Дмитрий, и ты смотришь «Хочу в кино» на Политех ТВ. И сейчас я поделюсь с тобой своим мнением по поводу фильма «Голодные игры 2. И вспыхнет пламя». Ну что, поехали? Вы хорошо показали себя на играх, мисс Эвертин. Но это были лишь игры. Хотите развязать настоящую войну? У картины новый режиссер, и на сей раз это Фрэнсис Лоуренс, который поставил такие фильмы, как «Я легенда», «Константин» и «Воды слонам». Очень даже неплохие работы. Ну и конечно же, всем полюбившиеся актеры из первой части, которые отлично отыграли свои роли. У фильма огромный бюджет, это действительно чувствуется, все смотрится как надо. Ну и в итоге мы получили море отличных отзывов, как от кинокритиков, так и от простых зрителей. 8.4 на Кинопоиске, 7.4 на IMDb. У картины интересный сюжет. Он хоть местами предсказуемый, но интригу все же держит. Вот только концовка фильма убивает все, что можно. На протяжении всего фильма ты ждешь, что сейчас что-то начнется, что-то эпичное будет, что-то с чем-то. И вот как только все должно произойти, фильм заканчивается на самом интересном месте. Не фильм, а Динамо. А Динамо. Но не могу сказать, что в фильме ничего не было. Это не так. Сами «Голодные игры» показаны во всей своей красе, что не может оставить равнодушных поклонников первой части, да и просто любителей экшена и приключений. На фильм однозначно стоит идти в кинотеатр. Это полноценная картина, которая содержит в себе все, что надо. Ну а на этом у меня все. Ставь лайк, делись своим мнением по поводу этого фильма в комментариях на YouTube. Ну а также не забывай участвовать в нашем конкурсе, ведь у тебя есть возможность выиграть пригласительный билет в кинотеатр Киноплекс. Для этого сделай репост этого видео из нашей группы ВКонтакте к себе на страницу. Ну, всем спасибо, всем пока! Фрэнсис Лоуренс, приложивший свою руку. А, конечно же, ну и конечно же, все полюбившиеся актеры из первой части фильма, которые вот, ну просто персик отыграли свои роли. Ты смотришь «Хочу в кино». «Хочу в кино» с тобой, поехали! Вот тут кнопка «Подписаться», короче. Ты понял, да? Жмешь и подписываешься. Если ты не поставишь лайк, этот паровозик, он придет к тебе. Он придет к тебе ночью. А еще у тебя дома под кроватью живет телевизик Эдуардов.